Турне председателя КНР Си Цзиньпина по Ближнему Востоку обсуждают и российские эксперты. Специалист по инвестициям в энергетику региона Эльдар Касаев высоко оценил это событие. По его мнению, турне откроет для стран новые горизонты сотрудничества и позитивно отразится на экономике. Дороги открыты для того, чтобы вкладывать деньги в иранскую экономику и получать энергоносители в виде природного газа от Ирана, и нефть тоже есть, можно и нефть получать. Для китайской экономики это очень хороший стратегически важный шаг. Китай заявляет о себе как об игроке внешнем, который участвует в процессах, происходящих в регионе Ближнего и Среднего Востока. Политически Китай активно не участвует, например, как это делают США, как делают их западные союзники. Китайцы заинтересованы еще прежде всего даже в экономических связях с ближневосточными государствами.